1 октября в зале заседаний законодательного собрания состоялось вручение удостоверений избранным депутатам 7-го созыва областного парламента. Торжественная церемония прошла на 47-м заседании избирательной комиссии Тверской области. Подробнее смотрите далее. Выборы депутатов законодательного собрания Тверской области прошли на территории нашего региона с 17 по 19 сентября. По итогам голосования жителей Верхневолжья сформирован новый состав областного парламента. 20 депутатов избирались по одномандатным округам. На всех наибольшую поддержку жителей получили представители партии «Единая Россия». Еще 20 депутатских мест в областном парламенте распределены по спискам на основе результатов голосования. Таким образом, из 40 депутатских мест в областном парламенте 7-го созыва представители «Единой России» заняли 29 мест. КПРФ – 5, ЛДПР – 3, «Справедливая Россия» – 2. Одно место у депутата от партии пенсионеров. На заседании, которое состоялось 30 сентября, избирательной комиссии была завершена передача вакантных депутатских мандатов. Также хочу довести до вас информацию, что 22 сентября состоялось официальное опубликование общих результатов выборов депутатов законодательного собрания Тверской области. Вручив новоизбранным парламентариям удостоверение депутатов законодательного собрания Тверской области 7-го созыва, председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова зачитала поздравительную телеграмму от председателя Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а также пожелала депутатам конструктивной законотворческой работы на благо жителей Верхневолжья. С этого момента на ближайшие 5 лет народные избранники официально получили права и полномочия, предусмотренные областным уставом. Затем состоялось организационное собрание депутатов 7-го созыва. Сегодня мы получили все избранные депутаты мандаты, удостоверение депутата законодательного собрания Тверской области и провели организационное собрание всех избранных депутатов законодательного собрания Тверской области 7-го созыва. Избрали счетную комиссию, избрали секретариат, ну и ряд других вопросов для проведения первого заседания законодательного собрания Тверской области 7-го созыва. Согласно постановлению облсбиркома, первое заседание законодательного собрания Тверской области 7-го созыва состоится 7 октября.